Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Смел, и сегодня я буду записывать новый формат роликов на обзоры текстур паков. И сегодня у нас обзор текстур пака Fallout. Ну что ж, поехали. Итак, у нас есть вот такая вот прикольная рабочая станция. Ну, это обычная наковальня, но с текстур паком она выглядит как будто бы это верстак. И он выглядит очень круто. Так, вторая это такая наковальня, которая уже немножечко разбитая. И она выглядит уже прикольно тоже, как будто бы немного ржавая. Там всякие штучки, баллоны газовые, вот горелка. Вот тоже прикольно выглядит. Вот это новая, такая немножко старая, а это еще старей. И здесь уже такой ткацкий станок, наковальня маленькая, молоточек, доска лежит. Прикольная вот такая еще штучка. Не знаю, что это какая-то свечка. Кто шарит, напишите в комментарии. Ну, в общем, это уже вот поврежденная наковальня, которая уже намного хуже. Или нет? А, нет, она, в принципе, нормально, но вот это лучше выглядит. Ладно, давайте дальше. Дальше у нас идет вот такая вот печечка. Вот. Печь, то есть, сама идет обычная, и на ней вот такая вот статуэточка с батарейками из Fallout'а. Вот. А дальше у нас идет вот такая вот штука, это рука пила. Выглядит очень круто, это обычный железный топор, но выглядит реально круто, согласитесь. А ну, в принципе, давайте к следующему предмету. Это у нас что? Так, это у нас алмазный топор. Выглядит он очень круто, особенно в руке. Выглядит вообще как меч, я бы не сказал, что это топор. Но вот это уже каменный топор, он выглядит прикольненько. Вот, правда, он очень плоский, но ладно. Дальше у нас идет алмазный топор. А, стоп. Ладно, этот уже был. Дальше у нас тогда идет не алмазный топор, а золотой топор. Вот, он тоже выглядит прикольно, он выглядит как будто бы... не знаю, что, как будто бы... Вот там кровь немножко даже. Вот, прикольно. В общем. Итак. Дальше у нас идет вот такая вот ядерная бомба, которая обычный порох, но выглядит как ядерная бомба. Очень маленькая. Дальше у нас идет раковина. Но это, в общем... Вот так вот она называется в Майнкрафте. Но это обычный жук. Вот вы можете его так поставить и использовать в своих картах. Или же просто ставить текстуры на невидимые рамки. И вот так вот он будет у вас невидимым. Типа вот. Ну, можно использовать, в общем, для карт. Дальше у нас идет изумруд. Но это такая крышечка от Кока-Колы. Как вы знаете, в Fallout'е за эти крышечки можно... Эти крышечки можно обменивать на всякие вещи. Так, дальше у нас идут такие вот трубики. Это обычные цветочки, да. Но выглядят как трубики. Вот такой вот есть. Есть такой вот. Такой вот. И вот такой вот. Он типа такой чилит, ему все хорошо. Вот. Ручку так за голову отдыхает на дождик. Ненавижу дождь. Ой, так, дальше. Ну, в общем, здесь мы все посмотрели. Дальше у нас идет проигрыватель. Здесь есть музыка. Вот, пластинки. Но музыка здесь такая же, как в Майнкрафте, так что это не важно. Так. Блин, почему-то она не поворачивается. Ладно, в общем, вот оно. Это такие, как какие-то комиксы, крышечки. Ну и, в общем, само радио. Прикольно выглядит тоже, можно использовать для карт. Дальше у нас идет вот такое вот лицо зомби.
Ладно, неважно. Ну, в общем, вы поняли, такое вот лицо зомби, где тут он был. Вот. Ну, в общем, тоже можно использовать в картах. Дальше у нас идет вот такая вот штучка. Ну, это обычный рычаг, я так понял. Только, типа, выключатель в Fallout. Вот такой вот мониторчик тоже. Он, конечно, не работает, но он выглядит очень прикольно. Текстурка у него тоже очень крутая. Да, забыл сказать, это все на версии 1.13. Так, какая же у меня там? Ну, короче, 1.13. Вот, с версии 1.13. Вот, дальше у нас идет вот такой вот... ну, я его показывал, но, в общем, его можно вот так вот использовать. Вот, собственно. Вот открыли. И там у нас какой-нибудь зомби-апокалипсис уже начинается. Вон деревья какие-то, я не знаю. Вот, в общем. Так. Окей. Ссылку на карту, кстати, вы найдете в описании, чтобы посмотреть, что здесь есть. Итак, вот у нас есть такая штучка, в общем. Она... Я не знаю, что это. Ну, ладно. Так. Вообще... Это книжная полка, вот у нас такая будет, только это как полка там, где инструменты. Вот, как видите, тут разные вещи бывают. Вот, прикольно это выглядит. Так, дальше у нас идет вот такая вот штучка с монетками. Здесь у нас целая гора этих монеток. Вы бы стали в Fallout уже миллионером. Так, в общем. Дальше у нас идет вот такая штучка. Я не понял, что это, но... В общем, что-то для машины, я так понял. Вот, дальше у нас идет вот такой тортик прикольненький. Дальше у нас идет помидор обычный. Он перемен как картофель, но это помидор. Дальше наш шприц, который выполняет нам что-то там в Fallout, я уже не помню. Дальше у нас идет кукуруза. Кукурузный. Кукуруза в тарелке, наверное. Гнилой. А, нет, разрезанный помидор. Морковочка обычная самая. Картошка гнилая. Помидор, точнее. Так, а теперь перейдем к оружию. Так, первое, это у нас спектральная стрела. У нас поменялась текстурка на такую ядовитую батарейку. Второе, у нас идет это золотой меч. Выглядит он прикольно. Ну, вот, молоточек такой, типа. Так, дальше у нас идет вот такая вот рука. Сначала подумал, это шлем виртуальной реальности, если так посмотреть. Но нет, это вот такие вот руки. Вот. И, в общем, ими вы можете бить. Железные руки. Алмазные руки. Дальше у нас идет лом. Тоже очень крутая текстурка. Если вы хотите без модов вот такой вот лом, то вот скачайте этот текстурпак. Дальше у нас идет вот такая боксерская перчатка. Опа, ударчик, да, поняли. Ну ничего, в принципе, удивиться. Так, кстати, что это деревянный меч. В принципе, можно тоже использовать такой каких-нибудь видео там, где у вас тренировки. Например, сейчас я вам покажу, раз это полноценный обзор, который вы бы не увидели на моем канале когда-нибудь. Не увидели, да. Именно не увидели. Но вы его увидели. Итак, в общем. Так. Ну, в общем, вот так вот там. И какая-нибудь груша красная, вот. Опять дождик пошел. В общем, и вот такие вот. Снимать ролики всякие там. На спортивных залах. Так, дальше у нас идет вот такой вот железный меч. У него огонь идет. Вот, прикольненько так. Еще динамит вроде закреплен. Я не знаю, что это.
Так, дальше у нас идет стрела, а это как батарейка. Вот. Дальше у нас идет лук. И это вот такое вот оружие, я не знаю. Ну, он заряжается вот такими батарейками, как видите. У него там такая батарейка вставлена. Вот. Все легко, в принципе. А дальше мы сейчас перейдем к ванной. Вы всегда хотели искупаться в ней, и вот у вас появился шанс. То есть вот как она работает. Вы можете также залить сюда воду и забрать ее. Вот, так что здесь очень это прикольно сделано. Вот, вот сидим в такой ванной, хочем водички, вот, и мы такие отдыхаем. Тоже можно использовать видео каких-нибудь. Да, вот такая вот ванна без модов. Дальше у нас идет вот такая вот ядерная ракета или что-то, я не знаю, в общем. Не будем на этом задерживаться. Я не знаю, что это. Это, я так понял, вот, которая у вас всегда на руке в игре будет. И статуэтка самого персонажа там. И дальше у нас идет такой автомат с Кока-Колой. Да. Очень прикольно работает. Прям вот такие вот берем. Опа-на. Кока-Колу берем. Вот. И, кстати, если вы посмотрите там, где она стоит, то, как видите, я могу ее забирать и ложить. Вот здесь вот. Так. В общем, это обычный пузырек воды. Да, кстати, здесь вот так вот все изменено. Я еще вот это не показывал. В общем, вот такие вот разбитые бутылки есть. И то есть понятно вам. Так. Ну, в общем, еще тут можно использовать, например, зелье вреда. Вот так вот стрелять. Вот тоже можно использовать в роликах. Так, дальше у нас идет такие вот костюмы роботов. Вот это первый такой костюм, это другой раскраски, другой и другой. Ну, в общем, вроде бы все на этом обзор можно закончить. Вот, в принципе, сейчас я вам еще покажу их сзади. А, нет, они немного отличаются. Да, костюмы нельзя одеть так, как это просто обычный цветок. Вот. Да ё-моё. Ну, в общем, вот так. Ссылку на карту вы найдете в описании, наверное. Я не знаю, в общем. Скорее всего, там она будет. Все, всем пока. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, что там говорят всегда. Все, всем пока.